Дорогие друзья, всем привет! Я Светлана Петр из Сан-Диего, и я хочу сегодняшний ролик посвятить вам, мои друзья, вам, мои дорогие подписчики, всем мои зрители, те, кто ко мне неравнодушен, конечно же, всем посвящаю этот видеоролик. Здесь хочу я вам передать свое настроение, свое отношение, все, что происходит вокруг меня, несмотря на то, что, конечно же, много общения, много движений. Но кроме этого, вокруг нас находятся красивые цветущие цветы, растения, и они благоухают. Конечно, запах я вам не смогу передать, но могу сказать, что цветущая магнолия, которой я сегодня посвящаю тоже этот ролик, по запаху с кожей, с ландышем, только намного мягче ее запах. И я думаю, что когда вы будете смотреть этот видеоролик, вы будете еще вспоминать, как пахнет все-таки ландыш, и у вас картина дополнится, пазлы совпадут. Прекрасного просмотра, друзья! Пусть, если ваш день только начался, пусть у вас появится новое вдохновение, прекрасное настроение и план на сегодняшний день. А если у вас закончился день, то пусть все, что было в этом дне, уйдет на задний план, вы расслабитесь и получите удовольствие от этого видеоролика.